Добрый день, я бы хотела сегодня показать, что вы можете купить за 700 тысяч долларов в Аллентауне, Пенсильвания, штат Пенсильвания. Это очень хороший район, где мы сейчас находимся. Вот посмотрите, какой район. Это как private cul-de-sac. Здесь машин нет, очень мало машин. Вот этот дом, который я вам сегодня сделаю видео для вас, это дом. На маркете стоит за 700 тысяч. У нас есть 5 bedroom'ов и у нас есть 3 bathrooms. Я сейчас все вам покажу, и потом вы, если хотите посмотреть и узнать больше информации, вы можете позвонить мне или делать мне текст-месседж прямо. Сейчас я вам все покажу, все объясню. Посмотрите, пожалуйста. Вот это, в этом районе. Вы можете купить дом за 700 тысяч. Посмотрите. Hardwood floor. Почти везде. Посмотрите, как красиво здесь. В Нью-Йорке, наверное, за 700 тысяч ничего такого вы не можете купить. А здесь, в Аллентауне, это находится в Hellertown area. Вот за 700 тысяч вы что можете купить. Здесь в этом доме есть и бассейн, и есть и хот-таб, все есть. Вот. Значит, у нас есть 5000 square feet в этом доме. Значит, на первом этаже есть вот маленький офис. Вот там есть dining room. There's another former dining room, как называется. Оттуда можно пройти в кухню, и отсюда, конечно, можно зайти в кухню. Наверху находится 5 спальн и один мастер, и там находится 2 ванны. А здесь одна ванная, которая потом проходит через laundry room, и мы идем в гараж. Вот такой гараж есть, two-car garage. Вот есть такой bathroom, this is a half bathroom. Вот мы пройдем сейчас через кухню и через living room. Вот есть living room, это fireplace, который работает. Окна в очень хорошем состоянии, они почти новые. Вот кухня, здесь айленд есть. Самое интересное то, что здесь есть газ. Вот. Garbage disposal есть в синке. We have a dishwasher здесь. Вот смотрите, какой privacy здесь. Здесь всегда тихо и спокойно. Всегда тихо. Вот. И отсюда мы видим вот бассейн, который закрыт сейчас. Летом можно, конечно, это открыть. Ну, окна можно открыть, конечно. Но вы можете иметь бассейн круглый год. Это самое главное здесь. Вот здесь есть хот-таб. Сейчас дождь идет, ноябрь. Я как-то не хочу выйти с этим телефоном. Но вы можете смотреть. И можете представлять, как это будет выгодно и выглядит, как это будет выглядеть летом. Сейчас ноябрь, вы смотрите, как красиво все здесь. Вот. Сейчас мы пройдем наверх. Я вам покажу быстренько все 5 спальни. И отсюда идем в бейсмент. Потом я вам покажу бейсмент тоже. Вот. Вот. Идем вверх. Смотрим. 5 спальни. Смотрите качество. Значит, здесь мы имеем 5
спальни. Вот это есть мастерс. Сейчас я зайду туда. Вот это two adjoined bedrooms. Здесь два спальни. И они как будто открыты. Может быть, это для детей можно использовать. Можно использовать как одну большую спальню тоже. Вот, смотрите. И здесь есть enough closet space. Вот. Здесь можно как раз поставить queen. Даже king можно поставить кровать. Вот. Вот такого типа. Можно даже studio type of bedroom сделать здесь, да? И вот зайдем в мастер. Заходим в мастер. Здесь два walk-in closets. Вот это один, а вот это второй. А здесь есть спальня. Вы смотрите, какой вид из спальни. Ну, красота. Вот. Здесь карпет в хорошем состоянии. Потом зайдем сейчас в ванную. Честно сказать, ванная в хорошем состоянии, но оно как-то updated. Очень, когда вы смотрите, color такой. Надо это поменять. Если, конечно, вы хотите иметь все новое, тогда да. Но оно очень в хорошем состоянии. Неплохое. Просто вот люди, которые платят 700 тысяч за дом, они хотят иметь все уже готовое. Вот. В зависимости от этого, как вы хотите. Может быть, хотите вы поменять это, может быть, вам это нравится, кто знает. Вот у нас есть bathtub и у нас есть shower. Вот. И отсюда видно вот ваш бассейн, который я вам сейчас покажу тоже. Вот, посмотрите. Окей. Потом, значит, мы посмотрели мастер, мы посмотрели two bedrooms. Вот это есть главный вход в дом. Вот есть два еще bedrooms. Один этот маленький bedroom, тоже можно использовать как или bedroom, или офис, если хотите. Вот a closet space. А вот это другой bedroom. Немножко длинный, можно тоже делать здесь как мастер тоже, потому что большой и длинный. Вот closet place. И вот это есть пятый bedroom. Значит, на втором этаже у нас есть five bedrooms. И у нас есть два ванных. Один мастер, а другой вот здесь. Вот посмотрите, тоже то, что я вам говорила, оно не в плохом состоянии. Но если вы хотите как-то что-то новое иметь, конечно, вот это на, я думаю, что нужно менять. Если вы хотите, конечно, жить в красивом доме. Это неплохо. В общем-то, но можно это поменять. Чтобы было у вас updated house. Otherwise, it's good. Вот такой второй этаж у нас с пяти спальнями и двух ванных. И мы сейчас пойдем вниз. Я уже вам показала кухню. Я уже вам показала living room. И сейчас я вам покажу basement. Basement законченный. Оно идет прямо в... там есть один room, и потом есть там бассейн. Вам сейчас это и покажу. Посмотрите, все качество. Вот. Идем сейчас на первый. Мы сейчас на первом этаже находимся. И идем сейчас в basement. Вот так зайдем в basement. Как я уже говорила, в basement все уже закрыто. Там очень много closet space есть. Вот это есть как-то living room. У них есть palette room. Вот. Ну, это, конечно, можно переделать по-своему, как вы хотите. Можно и жить в
без переделки. А там есть и бассейн. Вот это есть закрытый бассейн. Как я вам говорила, уже в Пенсильвании очень много бассейнов в домах. Но почти все открыты. Почти все. Вот это здесь это закрыто и очень красиво. И оно у вас будет держаться больше. Вот. И здесь хлорином сейчас пахнет. Ну вот смотрите. Отсюда можно пройтись прямо в outside. И там есть hot tub. Вот. Там можно пройти сразу hot tub. И здесь это сейчас закрыто. Бассейн. Вот. Вот. И есть сплит AC тоже. И здесь lights тоже есть. Если вы любите parties и так далее, вот это perfect house, потому что все у нас закрыто. Летом вы это можете все открыть здесь. И вообще будет супер. Вот, я сейчас закрою все. Но самое хорошее для этого property, самое то, что мне понравилось, это то, что оно уже finished, бассейн внутри, есть hot tub, очень в хорошем районе, это самое главное, если вы думаете для детей, школа, это здесь очень хорошие школы, с 10 у них есть 7 points, вот, в общем, вот такая ситуация. Смотрите, если у вас какие-то вопросы будут насчет этого дома или насчет других домов, которые есть в близости Аллентауне или в Поконаре тоже, вы можете звонить мне. Я поставлю мой телефон. И вы можете прямо звонить мне без звонить в офис, потому что в офисе иногда я не бываю в офисе, потому что очень много дел. И вот так. Вот такая ситуация. Вот посмотрите еще один раз. Что вы можете купить за 700 тысяч долларов в близости Аллентауне? А это Хеллертаун. Вот. Вопросы есть? Звоните, пожалуйста. Я поставлю мой мобильный телефон. Посмотрите возле этого... Вниз этого видео. Я уже по-русски не могу разговаривать. В общем, хотите звонить, у меня там будет поставлен номер телефона. Жду вашего звонка.